Земля от света. Ребята, повторяю, только ради Яндекса. Эта страна должна дать своих героев. Смотрите, вот это к Исакову отношения еще не имеет. Смотрите, как я обрезаю плодовые деревья. Первые шаги, с чего начать? Новичок. Вот скажите, человек-новичок, который не знает всех этих законов природы, на этот момент знаю только я и вы, можете гордиться, больше никто. Правда, правда. Вот. Берет и калечит дерево. У него для этого есть основания. Помните, я показывал этих? Первый канал, имеет подразделение, канал «Зеленый бобер», имеет этих кандидатов наук, лингвист, да, как специалист, и ведь еще умудрится энциклопедию выпустить. И этот лингвист, который ни одного дня не вырастил, не насажился, кроме этих дебильных съемок, он никогда не растил, иначе бы он это, знал бы хотя бы основы какие-то. Он берет и вот так чик-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 чик. А вот это учит. Зачем он это все сделал? Он умудрился. Вот когда мы с тобой, Юра, начинаем это. У нас там бывает через месяц 40 просмотров. Обидно, конечно. Бывает и 400, но бывает 40. И вот это вот он учит, новичок, 2500 человек уничтожить дерево. Вот это, что за это обрезка-то? Это он осветлил. Зачем? Теперь у дерева нет крыши. Она есть, она худая. Знаете, как я сравнил? Ладно, чуть ниже. Полса осталось. Еще раз говорю, вы, ребята, большинство грамотные, но мы должны все-таки расширять хотя бы эти самые аудиторию. Сейчас я вам покажу человек, который оскорбил меня, Железова, моего брата Юрия, от которого пользы примерно так 1 200 000, нет, 1 500 000 раз. Нет. Просто 1 000 000 раз, значит, польза, чем от Ольги. Почему? Потому что есть еще и вред. 10 умножить на 0, 0, 100 умножить на 0, 0, 1000 умножить на 0, 0. Вот это есть нулевое знание. Смотрите, этот человек каким-то образом закончил Тимирязевку. Сказал, что у нее шикарное образование. Вот. Со злобой накинулась на нас, потому что ей помешали царствует, то есть выразили сомнение в том, что она права. Кстати, без оскорблений было, да, Юра? Теперь смотрите. Попробуйте сейчас. Она отвечает человеку, да, который попросил совета. Вот. Ни одна запятая, ни это не исправлено. Смотрите внимательно. Я к тому, что почему их надо лишить такого, почему нужна цензура, почему меня, а не ее лишили слова на это самое, на международной конференции, когда я сказал, что нужна цензура. Смотрите, еще надо срезать, я стараюсь медленно, иначе и это все равно не поймете, растущее вовнутрь. Понимаете? То есть, а это а как бы человек-новичок, но он начитался такой же дури, видите? Вот, искалечил дерево. Обрезка идет на раскрытие чаши. Смотрите, я объясняю примерно, что подразумевается. Вот взять, допустим, яблоню. Она и так почти чаша. Центральный проводник убирается. Получается, что якобы солнце туда внутрь заходит. На самом деле, это для меня дырявая крыша. Ну, вы у себя дома. Вот кто бы ей, вот что вы знаете, вот как бы их надо проучать. Когда-то, ну, сейчас время заканчивается наше сегодняшнее, можно подробнее. Когда-то Козьма Прутков со своими друзьями прикалывался. Ночью они взяли, постучали в окно бабушке, а на двери лежат дрова. И говорят, бабушка, вам дров не надо? Нет, мелкие, не надо. Утром бабушка просыпается, а во дворе дров нет. Все по-честному. Сама сказала, что не надо, правильно? Вот. Примерно так себя ведет. Да, я не хотел показывать ее фамилию, но она сама же, она светится со своей глупостью. Смотрите. Сама. Это же она писала. Ольга Исакова. Это не я писал. Это ее рукой велось. И вот, значит, я-то не про дрова почему вспомнил. И если, допустим, я возьму
ночью. Она спит. А еще лучше, когда она где-нибудь отсутствует. На ее даче беру и каждую третью шифер, например, убираю. Дырка получается на чердак. Каждую третью, каждую четвертую. И вот так все крыши. Одни сплошные дыры. Она ничего не знает. Она приезжает, начинается дождь. И вся эта вода хлынула туда внутрь. На ее телевизор, на ее кровать, на все. А потом захожу и говорю, это я натворил. Она мне, допустим, ну что, как ты посмел? Я говорю, так погоди-ка. Ты же сама этому учишь, что не нужна эта крыша. Ну, в данном случае что? Яблони хотя бы и отрезает, она не так страдает. Почему? Потому что она к сырости больше привыкла. Но святое – это груша. Я вам показывал десятки фотографий груш. У всех вот такая вот пирамидальная крона. И вот это вот ее не касается, а заставляет как? Ветки. Специально там и разными этими рогульками, веревками распереть, а потом еще и сделать обрезка на раскрытие чаши. Это уничтожение дерева, потому что это обрезка. А обрезка – это снижение морозостойкости. Должно быть как это? Обрезка снижает морозостойкость. Обрезка снижает морозостойкость. Вот чтобы, может быть, и ночью бы кто-то бы так это, какой-нибудь, как они называют, которые внушают. Как их зовут? Эти самые. Чтобы она проснулась и уже знала, что, что только захочет написать, вот эта обрезка идет на раскрытие, чтобы у нее рука не писала. Потому что нельзя людей уничтожать, сады. И вот теперь внимательно, что она это. Попробуйте. Еще надо срезать растущие внутрь. Обрезка идет на раскрытие чаши. Ладно. Ветки обрезает примерно под углом 45 градусов от ствола. Уж вроде бы и не дурак. Не понял. Любого академика не поймет. И срезает весной над веткой, чтобы не было загущения. Какая ветка? Над какой веткой? Одно слово понятно, чтобы не было загущения. Тогда нормальный человек, послушай, просто возьмет и вот эту дурь начнет делать. Потому что это невозможно, вот это расшифровать. На ветке обычно трогаются три почки. Вырастают из них три побега. Да, правильно, в среднем я так говорю. При обрезке одну-две отрезают. Ну, вбили тебя в башку, но ты-то сама-то, знаете, что я после этого? Ладно. Смотрите, самое интересное. Сложно объяснить. Короче, объяснить не смогла, она рисует. Теперь смотрите. Я пишу, невероятное невежество. Новичок решил заработать на лайках, а это вот этот вот. Ну, что с ним взять-то? Он сам новичок, ну, типа, вот в скобках, ну, дурачок. Вот это будет точно. Вот дерево колечит, значит, он не просто новичок. Но вы-то куда? А вы тупо повторяете 19 век. Посмотрите. Вот это вот фотография из моего сада. Так, вот. Значит, тут получается вынужденная обрезка. Вы мне тогда помните мордой это, Исакова мордой? Значит, сам режет. Я режу для того, чтобы черенки были, чтобы страна покрылась садами. Но на самом деле это все очень плохо и опасно. Вот. Поэтому желательно отрезать, но желательно отрезать не все. Вот. И при этом не халтурить. Знаете как, вот этот товарищ, который мы сегодня фильм снимали, который приехал за черенками, кончились съемки, и тут он разговорился. Я говорю, что ж ты перед камерой-то? Там в этом самом Сызрани выписал, сухие. Оттуда с Урала сухие, оттуда сухие. Он до меня, оказывается, всю страну обшарил. Он потратил огромные деньги. Все, что видит саженцы, все мертво. Все, что видит черенков, они были, как этот, он, хворост, это не черенки были. Это все современная действительность. Это все вот примерно 15-17 годы, когда он раскручиваться начал. И я не смогу потом, скажу вот сейчас, знаете, это неприятно, страшно. Для меня это плевок в глаза ему. И вообще всей стране. Вот сейчас поймете, насколько это, как, куда мы зашли. Благороднейший человек. Он взял и саженцы привез в местную школу.
Понимаете? Давайте посадим. Он знал уже нашу Шкугареву. Он взял пример с меня, который обеспечил ее, и ее, которая фанатично 70-я школа города Кемерово фанатично учила, потратила огромное количество часов на учебу. И он, директор, запретила, сказала. Ей надо было найти причину, чтобы не возиться с ними. Ей это не надо. Она нашла причину, она сказала: знаете, возите свои саженцы, возите, не садите. Нельзя, запрещаю. Почему? Дети заразятся какой-нибудь палочкой. Поняли, да? Вот когда человек, говорят так, когда Бог хочет наказать человека, он его лишает разума. Но в данном случае это был директор школы. Он это говорил перед камерой. Это не сотрешь. Это действительно так. Кто хочет, то даже может. Мы специально не называли фамилию директора. Номер школы. Нет. Все равно, кто захочет. Для таких директоров гнать надо. Есть пришкольный участок. Есть биология тупая. Ой, она дебильная. Программа по биологии дебильная. Она не нужна. Она вызывает у детей отвращение и ненависть. А вы запретили сад посадить. Но я когда послушал его, сердце молотит, камера в руках дрожит, я же фанатик. А он такой же, как я, он с Кугаревым знает. С Кугаревым Антонина Ивановна знает уже. И вот тогда я ему сказал: а знаешь, может быть, ничего бы и не получилось. Да. Ну, допустим, директор был бы нормальный. Допустим, ты бы увлек там телевидением местным, там, может, не только местным. Может, она бы сделала благодаря этому. Ведь у Скугаревой захотели, уже отняли саму идею. Ее отстранили, ее забыли фамилию. И давай пропагандировать, что это мы придумали. Вот. Не зная ни Железова, ее вообще в дальний угол. Было. Ей пришлось идти к мэру города, чтобы сказать: караул, грабят. Понимаете? Вот как было. И получилось так. Значит, допустим, без всякой подготовки мы посадили. Эх, дорогой друг, коллега, садовод. Мы еще друг другу пожалуем, что садовод – это диагноз. Что бы было, идея была бы запорота до конца. Ты занят, тебе некогда. Ты бы не смог, как Скугарева, столько времени проводить, буквально не дыша, то есть охраняя это сокровище, эти посадки. Ну, чем бы кончилось? Докажи, что это во. Разворуют, разнесут по домам. Знакомо. Что-то переломают. А, не готовы мы к этому. Это еще надо вот так сделать, как вот в той школе. Потом уже... И я еще сказал ему: если еще, друг, если еще раз попытаешься это повторить, не вози, не дари привитые саженцы. Их выкопают даже после первого плодоношения, когда вот это вырастет. Только сеянцы, только заранее будет известно, что они дикие. Абрикосы, но дикие, что это, как называется, просто для красоты, что это мероприятие, которое нужно только для галочки, вот посадили, чтобы никто не позарился. Но даже семечек, с косочек вырастут, можно еще и сливы, можно вишни, вырастут прекрасный сад школьный, да? Вот. И, может быть, все-таки какие-то уроки посвятят уже садоводству. Пусть не сразу. Это все первые ласточки, первые, знаете, есть сегодняшняя действительность, это асфальт. Я несколько фильмов, не фильмов, фотографий видел. Да, росточек слабенький, который можно вот так вот, знаете, раз, его нету. Он проламывает асфальт вот так. Страшная сила, вот какой-то момент весной. Это страшная сила Ильи Муромца. Это... И вот так сейчас мы под асфальтом все живем. Понимаете, друзья? Мы живем под асфальтом. И вот это первые ростки Скугарева, его, вот, моего друга.
Вот такие дела. Вот так почти горький конец. И вот я тогда, смотрите, вот это один из несостоявшихся этих самых сенсаций. Я не буду происхождение говорить. Вот. Горькая правда, никому не надо. Москву привез, на тарелке лежали перед профессорами. Ни один не подошел, вы представляете? Вот. И вот когда Ольга уже после всех этих, еще не все оскорбления были сказаны, я говорю, давайте дружить, я вам подарю косточки, вы их посадите. И вот здесь я написал, потому что бред страшный, надо для начала заставить замолчать. Хотя бы замолчать, а то у нее так получается. Отрежем все боковые ветки, а дерево заболеет, начнем опрыскивать. И десяток наименований. Это и все, что это их уровень. И вот я написал так. Ольга Исакова, я вам предложил подарить косточки. Публично. То есть как публично? Видеокамеру. Под видеокамеру. И когда вы вырастите сад своими руками, мы станем искренними друзьями и вместе будем бороться с невежеством. Вы сможете уже впервые, взяв в руки самый косточку, посадив, не поднимется у вас. Вы же ответ от меня сказали, а вы не объясните. А я в два фильмах объяснял. И я знаю, потому что вы когда попутно оскорбили моего сына Сергея, вот, просто так, знаете, ну, как-то надо было, выглядело глупо, невежественно, выглядит не хотя. Ну, с чем ответить, чем? Вот, типа сам дурак. Уже не скажешь, что я дурак. Уже объяснил, рассказал. Вот, уже все поняла. Взяла сына, оскорбила. А он, у него взгляд лопаты готов бить. Я потом показал десяток фотографий с его взглядом. Умница, мой сын, да, с детишками, совсем. Вот. А здесь просто так. А я, это ответ был. Ну, еще раз говорю. И сейчас подарю вам косточки. Потому что, когда вы их простите, не по, вы же мой ответ видели. Я это убедительно. В двух фильмах. Это сколько времени я потратил, чтобы показать. Помните там эти штампы идиотские. Вы не будете делать штамп. Вы не будете ошмыгивать. Вы не будете прищипывать. Понимаете? Вы тогда заступились за этих невежественных этих фей из этого, из самого, из телепрограммы, телеканала «Бобёр». Вы будете уже, когда растите, скажете, они же что натворили-то? Если я посажу, как они, ведь у меня все сдохнет. И вы уже не будете заступать за случайных людей, которые это самое, такие же невежественные их начальники заставили их это. Вызубрить текст. Если бы я сейчас было бы время, я привел бы пару примеров. Сейчас бы от хохота бы умерли. Они же не просто идиотские советы. Они еще и настолько смешны. Вред от вас пока большой. А как отказаться вам? Да просто на том же самом. В следующий раз, когда вот такой вот этот. Я сейчас дальше не буду уже говорить, да? Вот смотрите. Когда вы увидите, в очередной раз он туда скажет, ну, так же примерно, как Арсен Спартакович. Вот, вдруг скажет, возьмет, да скажет это самое. Как, ну, а что мне делать? И вы уже не будете говорить, да отрежьте вы к чертовой матери все это лишнее. Вот, дерево ошиблось, дерево ничего не понимает. Вы уже так не будете.